Хочу поделиться с вами парочкой рецептов, которые мы очень любим, которыми пользуемся не только каждый день, но и по праздникам. Это мои любимые малосольные огурцы, которые очень просты до безобразия. Нужно взять килограмм огурцов, вылить туда газированной воды, только не боржоми и ессентуки, а что-нибудь такое замечательное, просто воду с газом. Насыпать 2 столовые ложки соли, положить чесночка, ну все как обычно в огурчиках. И поставить, залить огурцы в какой-нибудь кастрюльке с верхом и поставить на сутки в холодильник. А через сутки хрустите на здоровье. И главное, что они будут действительно хрустящими, не мягкими и совершенно прекрасными. Это и под водочку хорошо, и подо все остальное. Кушайте на здоровье.